Надо, конечно, здесь забивать. И делает это Питер Крауч. Прорвался Уолтерс. Здорово, никто мяч у него отобрать не смог. Ну и дальше уже было делом техники катнуть его на Питера Крауча. По этому показу, конечно, трудно разобраться 100% насчет вне игры, но здесь все ясно. Здесь никакого вне игры не было и быть не могло. 1-1.